Так, итак, что же нам пришло? Обычно пакеты нам всегда пригождаются, поэтому я набрала пакетов. У каждого по две штучки. Разненькие такие, хорошенькие. Далее средства гигиены. Ну, у нас тут три девочки, поэтому никак без них. Вот, так. Далее буду я проходить вот эту вот линейку Green Karma, уходовую всю. Взяла ночной крем, дневной крем. Мыло взяла на всякий случай, мало ли что-то где-то застирать. Хотя у нас номер со стиральной машиной. Мы приобрели прям хорошенький номер. Вот эти вот средства буду прям тестировать. Очень тяжело было без них. Так, малофтилин. Ну, это от ожогов, от укусов насекомых, от всего, от всего. От прыщиков на лице, чтобы помолодеть. В общем, такой универсальный кремушка классный. Далее обязательно у нас два санузла в номере и мыло с хлордексидином. Обязательно его, именно его себе беру, чтобы все было хорошо. Ну и также, раз у нас два санузла, два средства для интимной гигиены. В оба санузла, да, Катюш, тебе надо? Меня дочурка тут снимает. Далее масочки. Я не знаю, хватит ли нам масочек, конечно. Потому что Катины волосы, я в конце видео вам покажу, почему я сомневаюсь, это что-то с чем-то. Конечно же, наш литровый классный порошок для стирки, так как тут стиральная машина. И нам поставили порошок лотос, вы представляете? Но я взяла вот этот. Супер, просто супер. Целый литр средства для стирки. Стирать не хочу. И стоит недорого. 300 с чем-то рублей. Взяла средство для унитазов свое. Ну, одно взяла, потому что не знала, что тут два санузла. Обязательно куча салфеточек, дезодорирующих. С собой в сумочку брать просто великолепно. Потому что мы собираемся... Ой, посетить очень много мест, и подъемники, и Олимпийский парк, и поющие фонтаны. В общем, очень много у нас целей. Далее. Так, это что? А, это салфетки для обуви, на всякий случай кину в прихожую. Салфеточки от пятен. Наши спасители, потому что вот сегодня с утра наша каноненочка, восьмилеточка, уже заморала футболку, и нечем было потереть, и пришлось футболку запускать целиком в машину. Губка для мытья посуды обязательно, потому что у нас тут и плита есть, и все. Губка со стола стирать классная. Дальше это у нас мало ли что поприбираться, универсальное моющее средство. Это кондиционер для стирки. Очень тоже классный кондиционер. Кстати, мне он первый попался, я его и заказала. Это освежители, мои любимые ароматы. Аромат сирени. Сирени и черной смородины. Обожаю просто этот аромат. Он классный, это сложная парфюмерная композиция. Далее от пятен средства. Вот такой вот карандаш. Очень нравится. Это, можно так сказать, тяжелая артиллерия. По-другому не назовешь. Вот когда пятно сильное-сильное, и уже точно вещь не спасти, мы пользуемся только им. Он нас выручает. Артикул 30-152, на всякий случай вам скажу, потому что он крутой и недорогой. Стоит копейки, и хватает его, не знаю, на сколько. Очень надолго. Дальше средства для мытья посуды. Мы хотим своим натуральным средством пользоваться, поэтому тем мы не будем пользоваться, которые нам тут поставили в нашу мойку. Дальше салфеточка со стола стирать. Доска, на которой можно все крошить. Вот, я думала, тут доски не будет, но доска есть. Ну, ничего страшного, увезем домой. Вот, кстати, вот к этой линеечке Green Karma у нас пополнение. Это маска, очень крутая очищающая масочка. Буду ей пользоваться. Дальше средства для чистки духовок и плит обязательно. Ну, понятно, мы его не израсходуем, но тут оставим. Это из новой линейки «Лето» молочко для тела после загара. Думаю, всем пригодится, потому что мы все белокожие. Это спрей антибактериальный. Тоже на всякий случай одну штучку взяли. Я люблю все антибактериалить. Дальше это дезодорант мужу, 3 дня эффективности, дезодорант спрей, классный такой, аромат у него идет унисекс, поэтому все здорово. Влажные салфетки универсальные, раз, влажные салфетки для кожаных изделий, ну это обувь, кроссовки протирать, ну вот это вот все такое прочее, всякие в общем штуки-дрюки. Далее
мы узнали, что нам тут будут белье менять аж раз в 3 дня. Поэтому мы взяли рефрешер для одежды и тканей, будем его распылять, и одежда будет свежеть. Потому что я как-то не привыкла по 3 дня спать на одном и том же, если честно. Я привыкла через день. Это тоже салфеточка прибираться. И вот такое платье я себе взяла. Очень хочется его выгулять все-таки, но размер L. Потому что 2XL и 1XL мне были маловаты. Поэтому я взяла вот такое вот платьишко. Очень хочу его выгулять. Тут очень жарко и классно. Так, это у нас умывалочка идет для всех типов кожи. Но она, девочки, она прикольная. Она очень суперская. Она сухая идет, как умывалка. Она стирает и все прыщички. И вот так вот выглядит. Идет с кокосом. Очень сладкая, вкусная и классно. Без повреждений шлифует лицо. Просто супер. Умываться ей надо 2-3 раза в неделю. Поэтому я решила, что нам на 17 ночей на троих одной штучки должно хватить. Будем просто друг у друга брать. Носочков набрала. Вот Катюшина упаковка. Синяя, зеленая, бежевая. Вот моя упаковка белая. Я очень люблю. А тут черное, серое. Это у нас на втором шаге заказа идет сейчас вот эта вот распродажа. И я набрала побольше. Далее патчи для век. Обожаю эти патчи. Это очень крутые патчи Океану. Очень хорошо выравнивают глаза. Обычно те, кому ближе к 40, как мне. Мне скоро 38. Ой, мне скоро 39. То, честно вам сказать, хочется, действительно хочется уже выпрямить свое лицо, выпрямить глаза. Я их клею и на носогубку их клею, клею на бровь, на морщинку, межбровку, клею на лоб и так далее. Далее идет биопятновыводитель для белого и цветного, такой универсальный взяли, потому что, ну, все равно нальем порошка, нальем кондера и насыплем этого вот пятновыводителя. Очень удобно, вещи супер-супер чистые. Новый каталог, каталог 10, классный такой. Тоже будет 500 рублей в подарок. Интересно, какие будут тут новинки. Посмотреть. Я что-то новинок ни в начале, ни в конце не вижу, как ни странно. По-моему, памперсы должны появиться. Подгузники, вернее. Ну, я потом, если найду новинки, с вами отдельно полистаю. Дальше. Три девочки взяла, три тонечка маленьких, хорошеньких, личико протирать. Кстати, ватных дисков одна пачка, надо вторую прикупить, Катюш, забыла ее. Угу. Да, вот такие вот новинки. Мицеллярную воду взяла одну, потому что макияж люблю делать только я. Изредка Катюшка делает макияж. Так, это у нас интенсивное увлажнение, гель охлаждающий с алоэ вера, это тоже после загара. Для загара мы взяли с собой SPF 50 все. Дальше такие аромамасла. Одно идет антистресс. Это я взяла для Викуськи. Почему? Потому что Викуська очень часто нервничает. И на ночь она не может уснуть. Особенно, когда много-много впечатлений. И ей помажешь под носиком, виски, зоны пульса. И она действительно лучше спит, хорошо засыпает. Только вот в туалет ее ночью сложно поднимать, потому что действительно сон у нее намного крепче вот с этого аромамасла. Мы его уже испытали на практике. А это аромамасло мы взяли именно для себя. Оно идет как афродизиак. Прикольно. А я заказала для себя еще такую парфюмерную воду Элисар. Выбрала именно ее на этот отпуск. Отдых поставим в прихожей на выход из номера. И кто захочет, может так же, как я, приятно пахнуть. Очень приятно. Очень приятно. Обожаю эту водичку. Выбрала именно ее. Ну что ж, вторая коробочка пошла. Тут у нас Викины шоколадки. Викины, Катюшкины, наши. Наши любимые с кокосом и нони. Целая гора. Прям гора. Далее пошел чай. Да, далее пошел у нас чай. Чай всякий разный. Восточный чабрец с кардамоном. Далее фисташковый с ромашкой у нас пошел. И третий чай землянично-медовый с сагандайля. Катюш, какой ты любишь? Мне больше вот этот нравится. Вот этот? И вот этот. А мне вот этот. Мне есть... Ну вот, кому чего. Также я подпростыла, заказала себе один чай бромха и один чай иммунити. Буду иммунитет.
Конечно же, я кофеманка, и мы решили, что нам надо несколько баночек кофе на 3 дня. Кофе добрый день. Катюша тоже кофеманит, няня у Вики тоже кофеманит, мы с собой няню взяли. Вот еще такой противовоспалительный травяной сбор, мало ли что, вечером море еще не очень теплое, поэтому Викусе будем на ночь заваривать один пакетик такой, пусть она пьет на всякий случай. Вот такой вот фитоконцентрат для похудения, но мы его берем, потому что он дает много энергии, и он очень-очень вкусный, растворимый классный чай. Далее муж ничего не ест без кетчупа, поэтому кетчупа ему кучу. Далее соль наша с коллагеном, потому что мы в номере собрались готовить, поэтому вот столько соли у нас будет. Пожалуйста, одну баночку готовить, другую на стол. Я думаю, быстро закончится. Так, еще один чай. Так, ура, стевия, нашлась моя стевия. Ну, это сахарзам, который пью я одна, поэтому я взяла и 2 штучки с собой. Мне хватит 2. Далее зубные щетки пошли. Зеленая Катюша, розовая мамия. Я себе взяла. И я тебе купила. Нет, я хочу фиолетовую. Ну, Катя, вот эту хочешь? Да. Это розовая. Хочу ее. Ну, ладно, я буду зеленой. Будешь. Взяли L-карнитин, потому что будем очень много гулять. Перед тем, как идти куда-то гулять, его нужно пить для того, чтобы... Это не розовый. Не розовый? Скажите, что это не розовый. Ну, розовый. Нет, мам, розовый... А давай, что написано? Зубная щетка с угольным цвет не указан. Я на сайте загуглю, посмотрю, что написано. Это не розовый. Взяли мы L-карнитин. Это очень крутой витамин. Дает энергию, жиросжигание и так далее. Я думаю, о нем вы уже все почитали. Мы взяли 2 штучки на 2. Прежде чем куда-то идти, можно выпить 2 капсул, и калории будут тратиться намного быстрее. L-карнитин в перемешку со спортом очень хорошо работает на жиросжигание. Будем проверять. Гель для бритья, конечно же, зубная паста, конечно же, детский крем, идет у нас детского крема куча мала. Дальше ватные у нас идут палочки, очень удобно, я их поставлю на всю семью. Так, как же ты открываешься, вот, вот таким образом. 100% натуральное происхождение текстуры, что не засоряет природу. Классные палочки в компании Faberlic появились. Надеюсь, и ватные диски тоже скоро-скоро появятся. Прям надеюсь на ватные диски. Далее очень классный аромабальзам. Первая помощь для устранения раздражения. Причем везде, даже на интимных зонах, на лице, везде. Очень хорошая штука. Рекомендую прямо. Пусть он дороговато стоит. Тут всего 15 мл, а стоит он ого-го сколько. Но он действительно очень хорошо помогает и лишним никогда не будет. Классная штукенция. Даже укус насекомого полностью весь проходит моментально. Так, гельчики для душа. Гельчики для душа по УЗНИ. И вот эти именно гели для душа, вишневый цвет и хлопок, это мой фаворит. Поэтому я взяла 2 штуки по 400 мл. Я вот уже сегодня сходила в душ, вчера сходила в душ, ну потому что жарко, потому что после моря щиплет мою белую кожу. Всегда щипала, щиплет, поэтому я заказала. Далее вот такая вот красота, увлажняющий и смягчающий гели для душа, кокосовый и клубничный. Катюш, какой хочешь? Кокосовый? Ну, понятно, я так и знала, я так и знала. Классика. Классика. Я не очень люблю клубничные ароматы, да. И малину. Ой, я тоже малину не очень, кстати, люблю. Ну, вот я их вместе не люблю, но кокосовый, мятный, вот это мне очень нравится. Угу. Влажные салфетки для интимной гигиены. 2 туалета, 3 пачки. В общем, поделим как-нибудь. А это моей Катюшке. У нее может быть раздражение от акклиматизации, поэтому я заказала крем антиакне для лица и ночную маску антиакне. Блин, мам, это изображение гипнотизирует. Ах, да, кстати. Посмотри. Ой, не надо! Оптическая иллюзия. Мой любимейший шампунь Blood Icon, который спасает меня от желтизны, от дешевого
образа, когда мы ходим к мастеру, допустим, я хожу к мастеру примерно раз в 2 месяца, мне больше не нужно. И получается, в остальное время не ходить же мне желтой, когда вот это окрашивание сверху смывается. И вот этот вот шампунь Blond Tycoon, это просто бомба для меня. Бомба, пушка, ракета, как сейчас в рилсах говорят. Далее, обязательно дочурке младшей витамин D3, хотя мы с собой взяли D3 взрослый из дома, а D3 детского у нас не было, и мы взяли D3, вот детские специально купили, заказали ей. Зубная паста во вторую ванную пошла, это ядерная, это твоя паста. Да? Ты любишь такие, которые аж глаза щипят, ну я тут сейчас не покажу. Ну, это классная паста, она и отбеливает, и за зубами ухаживает. Отлично, я ее знаю. Да, мой любимый гель для душа, еще один, Pour Toujours, свадебный аромат. Ой, Кать, покажи-ка самолет, как у нас тут самолеты летают. Да, каждые 15 минут. Мой любимый гель для душа, ну, я думаю, что на 16 дней нам должно хватить. Гель для душа Бали, кислинка такая приятная тоже. А вот этот гель для душа я заказала Катюше, я знаю, что она его любит. Да, он мне нравится. Именно этот, фиалка и мелисса, поэтому хватит тебе с Ларисой, с Викой. А я себе взяла еще один. Зачем? С мятой. Не надо было. Влажные салфетки для интимной. Это мужу гели для душа. Ну, я ему много решила не брать. Если что, нашими домоются. Я считаю, что какая разница. Далее тоже детская зубная паста. Гель для бритья. Маска очищающая. 3 в 1. А, 4 даже в одном. Ей можно использоваться как маской, как скрабом, как умыванием и так далее, и так далее. В общем, очень крутая штука. Убирает воспаление очень быстро. Это крем локального действия антиакне. Это вот сюда у нас пошло, к Катюше. Дальше кислородный бальзам. Ну, я его обычно использую под крем, если чувствую, что подгорело. Мне нравится, как он работает и забирает на себя все воспаления. Вот те, у кого какая-то сыпь, там прыщики, еще что-то, его тоже можно использовать под крем. Он усиливает действие любого крема. И именно наш вот этот вот знаменитый кислородный бальзам, который на протяжении 7,5 лет я каждый раз заказываю и домой, и в поездку. Представляете? Так, дальше. Гель-спрей для полости рта с пребиотиками, ну, чтобы изо рта не пахло. Да, он действительно маленький, он помещается в сумочку и очень удобный. И он не термоядерный, он маленький, компактный, классный и не термоядерный. Пятновыводитель универсальный. Далее, о, Катюш, еще тебе шампунь регулирующий для жирных волос. Это моей Катюшке пошло-поехало. Так, дальше, значит, влажные салфетки для интимки, интимка, зубная беленькая. Вот моя зубная щетка будет беленькая, у папы пусть будет зелененькая. Так, помада гигиеническая для ребенка. Вообще с собой ничего решили не брать. А вот это кайф, для жары просто кайф. Это спрей, восстанавливающий, активный спрей для лица. Да вообще для всего тела, для лица, для шеи очень приятно. В жару, когда вы идете, устали, вы не можете. Вы... Вот пару пшиков и жизнь меняется. Как он классно освежает. Даже если он теплый, кстати. А вот и папина зубная щетка. Ну вот у нас одна зубная щетка лишняя. Лак для волос, конечно же. Сухой шампунь, потому что я люблю не больше 2 раз в день мыть голову. Если я, например, сходила с утра на море, конечно, у меня голова чешется от соли. Я мою голову. Если я схожу в бассейн, я могу 1 раз голову помыть. После бассейна могу просто ополоснуться, сходить в душ, но не мыть голову. Поэтому парочку сухих шампуней взяла. Себе 1, дочке 1. Далее мыло. 2 ванны, 2 мыла. Ну, мыло мы тут и будем оставлять. Пару масок для волос взяла. Вот наша живица. Наконец-то приехала наша живица. У нас дома она закончилась, и поэтому я ее сюда заказала. Будем все пить. Ну, на 5 раз. По 5 капсул в день. В 5 быстро уйдет. Далее пена для ванны. Не знаю, понадобится или нет. Взяла 1. Это гель для подмывания. 1. И гель для подмывания 2. Это викуськи. Далее викуськи мыть ручки. Маленькие ручки. Ну, у нас, считайте, 2 ванны плюс кухня. Поэтому крем после бритья и депиляции идет. Увлажняющее суфле для бритья идет. И 3 крема для лица. 3 крема для лица. Так, это детский шампунь.
детский бальзам тут, детский этот, получается, мыться. Опять самолет летит. Дальше крем для рук взяла один, очень мне понравился, потому что он идет длительного действия, с маслом оливы. В общем, тут куча всяких масел, очень классное оно. Причем нравится всем. Это тоже для волос. Это для волос. Это салфетки детские. Тут вот это тоже вся батарея для волос. Такая вот масочка от Эксперта идет. Классная, мне нравится. Ультра Повар. И вот это вот Рестори. Это восстановление. Тоже классное. Рестор. А, Рестор. 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 Дальше, значит, BSC, это патчи для век. Ну, я одни взяла, но вот эти, они, конечно, круче всех. Пусть они дорогие, но пару патчей заказала себе на глазки. Дальше мочалочка для тела и мочалочка для умывания. Это я прям обожаю. Себя всю скрабировать вечно. Ну, хотя скраб для светлых людей на отдыхе не очень хорошо. Далее, шейк-лосьон антиакне. Это у нас едет Катюша, вот так. Это мое, это твое, это Викина, вот твоя кучка. Это увлажняющий липолосьон для тела, для очень сухой кожи. Это для меня. Катюшке, если хватит классики, то мне надо прям, у меня кожа очень сухая. Это бальзам для волос, несмываемый, тоже очень крутая штука. Волосики рассыпчатые, блестящие, блестящие бывают. Поэтому я взяла себе. Так, дальше. Крем для усталости. А, крем для ног, снятие усталости, не то прочитала. Очень крутой, всегда его беру, здорово. Так, спрей для расчесывания, классный. Далее зубная паста или это детский крем, господи. А, зубная паста. Далее получается мягкий гель для умывания. Это у нас едет к Катюшке, гель для умывания. Я и заказала всю линеечку, и мне кажется, что на 16 дней должно хватить. Обычно так на 2 недели хватает, если утром, вечером пользоваться. Далее дезодорант для интимной гигиены, свежий аромат, одну штучку взяла в туалет. Далее получается освежитель, одна штучка для полости рта. Так, универсальный крем с аргинином. Это, ну, ноги заболели, в спину застреляла. В общем, классная такая штукенция. Лицо помазать тоже, если сыпят, укусов, от ожогов. В общем, если его, допустим, сочетать с охлаждающим и так далее, вот когда сгораете, и сначала одно, допустим, с утра одно нанесли, в обед второе, потом третье, то получается здорово. Дальше, бальзам-растирка с сабельником. У меня болит колено, и вот этот сабельник мне мое колено реанимирует за полчаса. А колено болит, потому что я ломала ногу, и что-то, видать, еще колено как-то что-то там. Но когда нога сломана еще со смещением, не замечаю, что колено поранено. А вот сейчас уже сколько лет назад я ломала, в общем, мне оно очень помогает хорошо. Далее универсальный крем с аргинином. Так, вот бальзам, растирка с пчелиным ядом, тоже очень хорошо для спины. Так, дальше, значит, крем для ног охлаждения. Это Катюшкины бальзамчики пошли, поехали. Так, погоди, универсальный для поврежденных. Ну да, Катюш, у тебя натуральные волосы, тебе очень хорошо, это будет тебе все. А вот еще шампуньки. А в принципе, я думаю, если что, нам тут было недовложение 2 штучек. У нас вышли из суммы заказа это все дело, потому что на складе не было. Так, вот это у нас шампунь идет для жирных волос. Это Катюшка у нас пошла. Шампунь для жирных волос. Это у нас восстанавливающий шампунь для поврежденных волос. Ой, что это с ним такое? Это я пошла. Это у нас интенсивно очищающий шампунь для жирных волос. Кать, хватит тебе столько? Да. У него просто волосы по попу, поэтому много шампунчика уходит и масочек много. Катюша, какие масочки себе будешь брать? Я взяла с собой 2 йогурта для волос. Ну, на всякий случай. Угу. Потому что у меня буквально целая маска может уйти за 2 применения. Угу. Поэтому, ну, как бы, да, тоже с собой надо было взять, подготовиться. Я думаю, взять вот эти, которые там вот были. Это же маски для волос? Нет, это для тела крем. А, для тела? А это для волос? Да, вот это для волос. Ну, вот их возьми. Вот это все заберешь у меня? Нет. Нет, я тебе дам только вот это.
И вот это. Раздел имущества. И вот это, да. Остальное мне надо. Хорошо, перемещай ко мне. Так, вот это и... Ага, задокументировано. Задокументировано. Снято на видео. Да, да, в формате MP4. Ну все, мои дорогие, с вами была Клонова Ваня и Шишкина Екатерина.